16 лет Бог коснулся моего сердца и позвав меня в себя, позвав меня в свой дом Божий. И когда я откликнулся к Богу и пришел в церковь, жизнь моя она была простая, как простого парнишка. Но в 13 лет в моей жизни была такая ситуация, что я заболел раковой болезнью. Прошел через различные курс лечения. И я знаю, что Бог держал все под своим контролем и дал исцеление в моей жизни. И когда я стал ходить в Дом Божий, ходить в церковь, Бог вел различными путями. И были трудности, были испытания. Но за все это время Бог держал меня крепко за свою руку. И сейчас, в это время, спустя уже более десятки лет, я могу стоять пред Богом, и не просто стоять пред Богом, но и также служить в Доме Божьем, неся пасторское служение, неся весть благую людям, точно так же неся то исцеление, которое Бог хочет предложить другим людям, как и в моей жизни было. И я благодарен Господу, что также Бог ведет по своему жизненному пути и благословляет, и что мы также можем эту весть, радостную весть, можем нести тем людям, которые окружают нас. Мы познакомились с Наташей в 1994 году, когда я приехал на Украину и встретился с ней там, и Бог открыл нам, что мы в будущем будем одной целым, одной семьей. И в 1994 году мы также сыграли свадьбу и на Украине, и потом мы переехали жить уже в Санкт-Петербурге ко мне. И с тех пор мы уже живем уже 20 лет счастливой и радостной жизнью христианской, потому что среди нас живет Господь. И это основание нашей семьи, это вера наша в Иисуса Христа. Многие прошли через многое, но самое главное то, что нас объединяет, и то, что нам дает любовь в нашей семье, это наша вера в Бога, это наши отношения с Богом и наши отношения друг с другом. И я благодарен Господу, что Бог дал мне такую прекрасную половинку, с которой мы вот уже 20 лет идем вместе, мы поддерживаем друг друга и вместе радуемся той жизни, которую Бог дает нам. И сейчас мы вместе служим Богу, и мы очень благодарны Богу, что Он хранил нас все это время и ведет нас по этому пути. У нас сейчас церковь, в поселке Санкт-Петербурге, это Ленинградская область. И мы начали это служение 2 года. Сейчас мы делаем различные служения, евангелизации для детей. И слава Богу, что Бог дает устройство с администрацией, что она нам дает разрешение. И мы хотим дальше служить и развивать это служение в поселке Куйвази. Чтобы молимся, чтобы Бог открывал нам пути, открывал возможности. И администрация дает нам разрешение, и у нас очень большие желания открывать еще больше служений. Ну, также в нашем плане есть и желание в нашем сердце не просто проводить служение, но также построить дом молитвы, чтобы в этом доме собирались как множество больше людей и могли славить и поклоняться Богу постоянно, круглосуточно, в любое время дня, ночи, утром, днем, чтобы имя Божие оно прославлялось. Чтобы люди могли прийти и в то место и поклониться пред Богом в радости, веселье, чтобы люди могли прийти в это место, оставив все свои трудности и печали, и уходя с этого места, они могли получать радость, утешение, исцеление, освобождение, в котором он нуждается, находить душевный покой, и чтобы
имя Божие, оно прославлялось в их жизни и через них. И также мы планируем не только строить в этом месте церковь, но также мы планируем открывать различные церкви в различных местах, чтобы доносить Слово Божие в различных местах, в различных деревнях, потому что в Ленинградской области достаточно много деревень, где люди еще не знают о Христе, не знают Бога, и в нашем сердце есть принести весть им в эти деревни, к этим людям.